вот иногда попадается, и вот она танцует, танцует, и в какой-то момент она вот так вот облокачивается, ну, ее поддерживают вот так вот, и потом ее на руках держат, и она вся такая крутится, и все время... Предсказуемая. Вы сидите и ждете, когда же она вот так сделает, и кто из мужчин ее будет держать в этот раз? Да, и вот она все время... Понятно. Ну, вот это ее, как вы называете, фишка, да? В общем, песни разные. Ты скачала прям? Вот, они три, как новые. Три белых коня и две снежинки. Ну все, поехали. Три белых коня? Да. Ну ей петь. Ну, только там нет ни модуляции, ни замедления. Я все сделаю тебе. Все сделаю. Сейчас просто посмотрим, как. Дело в том, что если она речи гнать в час пик, чтобы он сыграл одну песню, ну нет смысла. А в понедельник, если у тебя, допустим, время свободное, тоже могла бы подъехать. Тоже могла бы подъехать вот с Полей в музей Сурикова, попробовать там аппаратуру. Вот. Если хочешь, можешь в этом концерте поучаствовать. Он, конечно, зиме. А почему бы тебе не спеть эта женщина в окне? А? Заодно попробовать, а? Почему нет-то? Не знаю. Ну, мы с тобой придумаем преамбулу. Ну, там, типа, зимние картинки. Ну, мы это все преподнесем как надо. Здесь все от желания твоего. Заходь, в общем, сиди, думай, мы работаем. Поехали, да? Когда опубликуется.
потому что весь день у инвалидов была. Ты мне сбрось нужные тональности, может быть, и нужно понизить чуток. Так как она прям такая тык-тык-тык-тык, ее даже, мне кажется, модулировать. Не будем модулировать, но я тебе отрежу припев после первого. Он не нужен. Зачем? Ну, в финале я пойму еще два. На тон, мне кажется. Ну, смотри. Остальные, они такие караочные, если можно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, ту-ту не надо. Вот в том-то и прикол, что я искала. Ну, у меня есть, моя версия у меня есть. Но у вас низковато. Я могу тебе ее поднять, если она... У меня версия еще CDO-ка, когда вы еще не родились. Называлась не караоке, а CDO-ка. Была машина такая, да. Ну, это четверть века назад, если не больше. Сколько там Владу? Владу сейчас 41, а там ему 14. Сколько лет назад? Мне ее разрешил Михаил Николаевич тогда взять домой. Он первый, кто купил эту машину в Красноярске. И мы там. И я до сих пор многие произведения свои на концерте исполняю именно с тех минусовок, которые были там скачаны, оттуда. Ну, да, эта песня же очень популярна. Ты знаешь, хотя люди не поют, почему? Потому что с дыханием не справляются. Так помните, как я раньше задыхалась? И то это еще быстрее темп, чем мы год назад брали, как я задыхалась. Да, да. Сейчас мне вообще нормально. Видишь, как хорошо. Все. Ты знаешь песню «Снежинка»? Сейчас мы на «Снежинку» не расставим. Ну, тоже бородатая. Они, оказывается, из одного фильма. Вот она не знала. Я не знала этого. Ты знала? Тоже не знала. Это из «Три белых коня» и «Снежинка». А я говорю, вот я с Александром Валерьевичем «Три белых коня» в том году пели. И вот я могу еще там под фонограмму «Снежинку» спеть. Мне пишет вчера Егорова Наталья. Да, ладно. Ладно, не важно. Она пишет сценарий. Видимо, она меня попросила написать авторов. Я такая, еще авторов, а оказывается, один и тот же автор. Я поражаюсь вам вообще, я вам поражаюсь. Я вообще сегодня поражаюсь все. То, о чем помнишь, я говорила? Ну, что когда поем песни, мы не знаем, кто. Вообще не знаю. Вообще авторов всех просто, они в забвении у вас. Вы ничего не знаете. Ну, хорошие песни, есть хорошие песни. Нет, ну надо же называть авторов. Себя просто поставьте на место. Просто поставьте себя. Тут из репертуара Агилеры, тут из репертуара Арбакайте, это из репертуара. А это из кинофильма. А это вообще из кинофильма. А кто там писал музыку? Да какая разница? Там очень много было музыки. Так, поем? Какую тебе сейчас? Любую. Любую, давай. Мне вот маленькая больше нравится. Ну там в конце такой уродский вокалист вообще. Отрежем. Конечно, давай представить. Композитор написал, мы ни композитора не знаем, ни мелодии не поем, зато песня у нас в репертуаре. Вот почему я говорю, надо встречаться и работать. Ладно, ты под бэк подстраивалась там, и ты как бы не можешь тут уже
агогические мысли. Если еще больше. Ты все равно. Если снежинка не растает, ты все равно. Я даже не думала об этом. Ты все равно ровно поешь. Ну там, я говорю, был бэк. Поехали. И ты, когда из ледника, из вот этого вот прозрачного хрустального выходишь в нижнюю тесситуру, будь осторожна, ты динамически очень, как бы, после вот этого вот воздушного, вот красивого, ты тут поддавливаешь чуть-чуть, как бы все. Поэтому здесь вот по балансу чуть-чуть, поработай вот здесь вот. Тебя и так здесь слышно, ты и так не знаешь, тебя и так все это хорошо. Это еще и это эмоциональный фон, а на сцене еще больше будут захлестывать эмоции. Да, ну как бы они не провалы, но как бы тебе наоборот нужно попытаться все это подсгладить, как бы сделать это все. Потому что что мы называем диапазоном? Зона ровно звучащая, да? Ровно звучащая. То есть как бы одинаково тембральная. И у тебя, по сути, у тебя, у которой нет никаких проблем, в отличие от Юли, от меня, например, мы должны сглаживать все вот это. А у тебя ты эмоциональный. Я вообще расстроился. Ну давай вторую версию попробуем. Давайте. Давай вторую версию. Снежинка, пусть пляшет дождь.
Отрежу там, сейчас послушаем, что там за финал. Вы включите рекорд, да? Вот. И здесь, конечно, посмотри, она идет 2.23. Ага. То есть совсем коротенько. Бывает же такое, что когда на концерты, они же спрашивают хронометраж. Бывает такое, что у них будет короче какую-то версию, там что-то как-то. Ну, ты и имей, но мне не нравится программа. Вообще не нравится. Я просто как альтернатива. Ну, правильно. Это правильно, что ты взяла. Давай финал маленького послушаем. А у него здесь хорошо 3.35. То есть здесь вот само то. Вот 3,5 минуты это вот идеальный таймер для любого вот исполнения. Как бы и вокалистка не устанет, и насытит зрителя, и не перекормит, опять же. Ну-ка, что там? Чем была написана песня сама. Ну да. То есть там-то, извините, да, нет, какой просто, год? Сейчас это уже пошло. Какой-то год. Сейчас это уже пошло. А... то есть ты не хочешь даже с ней там вместе? Нет, вы что? Ну хорошо, хорошо. Значит, сейчас посмотрим, что там во вступлении. Вообще, что-то... тут такое длинное, Ну, это последняя песня. Потому что это постановка, то есть, я же могу сказать постановку. Постановка? Можешь почему? Постановка, да. А у нас все сплошные постановки. Сценки у нас нельзя говорить, да? Да, у нас сценки нельзя говорить. Сценки – это в детском саду сценки. Вот, и там же с хореографией. И то сейчас уже и там есть сцена. С хореографией, чтобы дети успели выбежать, вот это все что-то сделать, показать. То есть это не просто как песня. Обычно она на концертах звучит не как отдельный, там вышел, спел. Это же как чтобы танец, ну, да, вот да, это да. все. Вот. И поэтому там длинное вступление. Ну, я думаю, что Но мы его можем убрать. Я думаю, что уместно будет все-таки сделать хвост. У финала в твоей этой песне в последнем концерте. Почему? Потому что ведущий, она может зайти прямо на это вступление и поблагодарить всех, и сказать, что наша программа закончена. Всего вам доброго и счастья в новом году. Здоровья, все на твоем хвостике, а не на пустоте. Потом. Она успеет сказать. А куда она денется? Я просто такая. Когда приходят? Отойдите, пожалуйста. Не в начале. Я говорю про финал. А, финал? Про финал. Нет, начало ты поешь, все это. Я могу как раз здесь в начале, я тебе могу укоротить одно проведение. Одно проведение. А в финале я, наоборот, я уберу вот это, возьму вступление, подпишу его в финале. Наоборот, можно просто вот конец, там та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот эту часть, которая после моего... Ну вот у тебя идет пение. Вот эту часть просто продублировать еще раз. Добиваю. Отдачи.
Будьте здоровы, счастливы, приходите в музей. Сегодня с вами здесь был Красноярский колледж искусств. Могут все выйти участники, у нас концерт небольшой. Тоже я считаю, что на припеве могут все к тебе выйти. Ну, в принципе, все со слухом. Если они до конца останутся. Но вообще вот это все тоже неправильно, я не понимаю. Чтобы мы могли уйти из концерта, вот так вот отпели и ушли, забрали свои куклы, тряпки и пошли. Да такого никогда в жизни не было. Всегда были финалы, всегда выходили, благодарили. А тут я, знаешь, все, я даже не это самое называю, допустим, людей. Как у нас было на эстрадном концерте. Ну да, вообще никого. Никого. Но все, пой. Пой, ты все равно споешь так, как и. Будь осторожна просто по балансу. По балансу, в нижнем регистре прям слишком. Ну и все, Маликова оставляет. Мне сегодня все это сбрасывает. Тональность тебе удобная, все хорошо. Ну, у нас есть время, давай позанимаемся стандартом. Ну, давайте. Ты работала? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, хорошо. Ищи. Повторяла то, что... Давай. Может, что-нибудь сегодня какое-то открытие будет. Давай. Какой, наверное, с точкой. Нет, редакция. Какой с точкой? Стандарт для Полины. Редакция, а не оба. Минус А. Вот минус часть А. Я тебе убирала еще. Что надо ударить? Все, чтобы она там была, в группе, чтобы найти задание тоже. Хоть у нее нет методики вообще, все это, ну как, специальность идет, а методика у нас вот с второго семестра, второго курса. Ну. Кроме смеха, стона, крика, я ничего так... Плача? Ну, стон, плач. Разные вещи. Ну да, плач, когда на взрыв. Вздох. В общем, нужно подумать.
Нужно хорошо подумать. Я тоже подумала. Испуг, когда... Да, вот это вот да, все. Да, да, да. А вот как 11, опять же, это все с чем сочетается? Абсолютно. С эмоциями. С эмоциональным кличем по актерскому мастерству. Отдельно это никак. Он возникает естественным образом от эмоционального ряда, а эмоциональный ряд от считывания того, что мы увидели, от нашего состояния, либо что увидели, оценка на увиденное, либо прочувствовали, прожили. Изнутри у нас идет это все, так что все. Все верно. Ну, надо поискать, 11 немало. Вот, я тоже думаю, самые элементарные, но простые эмоции, которые у нас с кличем идут, что там еще может быть? Умление. Назально. Кстати. Фу. Штурбас. Но опять же, не все их используют, в принципе. Нет, а как просто все это достичь? Через игру, через эмоциональный ряд, через детство. Тот же ведь, она говорит, вы все это делали, даже не отдавая отчет тому, что вы делали. А потом все это утрачено, а теперь вы идете и платите деньги. А теперь огромные деньги, механически чтобы этому научиться. А причем научиться именно механически, методично. Вообще, когда нужно просто вернуться в детство. Yeah. Вернуться в детство. Прекратить, оставить в покое. Там мне многие спорят, что вы что хотите сказать, Давидовна, что вот так вот легко взять и раскрепоститься, то есть снять вот этот зажим. Хочешь, снимешь. Не хочешь, не снимешь. Ну, опять же, это нужно время, потому что... Ой, вот нет, 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 не надо мне. Как у меня с этим стандартом, сколько я сопротивлялась. Поля. А теперь я хоть что-то, ну, я перешла это. Ты сама дальше. Потом сидела там, ты сказала. Говорит, я просто боялась. Бояться перестала сделать. Вот и все. Ну, чтобы себя убедить, чтобы вот переступить, да. Это да нужно... Да ты просто обленилась одно время, вот. Ты вообще ничего не делала, даже не искала, согласись. Признайся, а? Да. Ну и все. Чего ж ты оправдываешься? Тут дело не в лени как таковой, ее не существует. Она чем-то оправдана. В моем случае она оправдана. А мы вообще все оправдываем. Она, ну, это так работает. Это человеческий мозг так работает. Нельзя просто, я ничего не хочу. Знаешь, нет, ты занимаешься не тем, чем хочешь, либо у тебя есть сильный страх что-то делать, поэтому твой организм просто отказывается, в принципе, что-то делать. Это все можно объяснить. Странные вещи получаются. Ты хозяйка над организмом или организм над тобой? А вот если у человека нет контроля над собой, то тогда организм. Ну вот плоть командует. Пойди выпей, пойди покури, полежи. Ну тебе же плохо, ну ляг, ну зачем тебе тут эти какие стандарты? Придешь к Виктору и скажешь, еще не нашла, нормально, она спокойно воспримет. Время есть тебе в июне госэкзамен сдавать, полежи, Полюшка. Вот мозг диктует все. Так и есть. Просто не у всех есть такая огромная сила воли, чтобы взять и сразу вообще... Да она у всех есть. Она в принципе у всех, мы все сотворены одинаково, по образу и подобию Божьему. Просто кто-то вот не чихнул, почесала. Ладно, все это оправдашки, и все это у нас на все оправдашки. Давай стандарт, Алёна. Все с убранной частью А теперь. Мы же еще не пели вообще вот с этим вариантом. По-моему, нет. На уроке нет. А дома ты пела, да? Нет. Я со стартом. А то, что мы сделали, я слушала видео, смотрела и вот эти вот... Да надо самой петь, вы все слушаете и слушаете. Рамазан тоже говорит, я слушал. Да что ты будешь делать? Это все хорошо. А работать-то когда будем? Петь по тебе. Sky is my happy, now we must do sky.
с тобой попробуем эту ноту. Плюска. Она такая. Плюска. Нет. А если ты ее дашь с продолом? Вот как ты соединишь. Да. Она такая прямо. Плюска. Какая-то прямо вот. Провальная? Дай ее с продолом. И поспокойнее. И раньше было. И поспокойнее. Ну да, я как бы уже это. Я не всегда тебя останавливаю прям. То же самое, что вот в снежинках, понимаешь, у тебя вот твой вот мощь твоего голоса, вот когда ты входишь вот сюда, тебе как бы еще шлейфом тянется то, как ты работала 2 года. Это все тянется еще более оттуда. Вот попробуй ее тоже, расщепи ее. Что, сначала пойду? Ну, я типа благодарю, благодарю, и наверху, ну, чтобы как-то
Середины мало. И вот эти группы, их надо подсократить. То есть, понимаешь, не пробивайте всем. Синкопировать больше. Мало акцентов. Их мало. Да, у тебя та-та-ра-та-та-ра-та. Да, акценты. Здесь нужны синкопы, здесь где-то засидеться. Закрытого давай звука. У тебя весь открытый звук. В импровизации вообще весь открытый. Давай закрытого. Вышло из него. Вплоть до этого. Ну опять же ты игра, это же игра. Ну представь себе, что мимо помойки идешь, я не знаю, там что как там. На юбке он целых 4 там. На фронте вообще жить. Что там должно было на помойку выбросить? Страхи или что? Выбросила, сорила? Еще не все. Еще не все. Ну ладно, выбросим. Что поэтому. Что это? И в начале, смотри, сейчас мы погоняем это место, попробуем поменять их местами все-таки, чи-чи. То есть идут игрушки, если мы их оставим на оркестр, много, много. И еще вот в самом начале, Поля, вот то, что ты начинаешь, я подожди, сейчас вот этот удалю, тот, чтобы он не мешал. В самом начале, опять же, то есть ты четко, методично вступаешь в одно месте, я хочу попросить тебя, чтобы ты как бы задержалась чуть-чуть, как бы, а потом начала петь. По-моему, третья группа. Да, оттяни это вот удовольствие нам, доставь, оно все будет, оно дальше не будет, а ты, а я вот так, а я еще вот так, а я еще вот так, как бы вот как-то вот так. Давай. Еще разочек, вот начало, а потом вернемся к той импровизации. Первая импровизация очень хорошо, единственное, что акцентов мне не хватило. Вот времени хватило акцентов. Особенно, ну сейчас мы вернемся ко всему. Давай. Вообще его, может быть, убрать. Попробуй. Не понравится, всегда вернешься. Ты поиграешь с этим. Mm-hmm. Ты с этим поиграешь, я даже не переживаю, поищешь варианты, то есть тебе нужно. Так, вот пропускаем, пошла первая импровизация. Слушай, что ты где там? Понимаешь? From my home. Вы же сказали мне, ты. Ну, хочется все равно. From my home. From my home. Какого-то вот такого. From my home. А у тебя именно вот это хотела. From my home. Хорошо сделаю. Ну, как-то методично опять же прозвучало. Ну, я не знаю, можно и так оставить. Ничего здесь такого нет. Ну, ты же любишь баловаться. Еще раз надеваем. И пошли на первую тогда. Baby, 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 baby,
давай раньше. А давай-ка пораньше, как раз вот там, где ты сейчас. Колупалась, вот давай-ка туда лучше передвинем. Чи-чи-чи. Раньше. Еще раз с импровизацией вообще. С первой, чтобы уловить форму. Это было очень интересно. Видишь, как? Я с трубами пошла. Вошла просто все. Еще раз импровизацию, пусть будет другая версия. Пробуй. Мы пишем, потом будешь заниматься. Все хорошо. И до конца. И в финале еще оттяни. Прямо оттяни. Еще. Само начало from. Да. Я поняла. Ну оттяни еще чуточку. Понимаешь, если ты не будешь оттягивать это во время вот занятий и твоих домашних занятий, тебя потащит на экзамене, ты ускоришься там. Но это закон, вселенский закон, тебя понесет туда. Поэтому оттягивайся максимально. Давай. Thank you.
Да, работай внизу здесь больше. Дальше.
Ну, ладно, мы пока еще не знаем, что у нас пойдет. Поехали. Дальше Б часть. Поехали еще разочек. Я имею в виду, что ты всегда по-разному, поэтому мне это очень нравится. Еще разочек. То же самое место. Усложняться, тогда лучше будет легче. Поехали еще разочек. Стараться вот эти вот сдвижки. Так, ну, давайте мы сейчас найдем этот звук. Ты же идешь по полу тона, у тебя просто спуск идет на слабую дугу, и все. Ты держишь его. Если честно, я даже не поняла, как я сделала. Так вот именно мы не понимаем, когда мы делаем так. Мы потом можем как бы... Молчишь, что твой рук уже. Ну, не знаю, но занимается. Все, ты поняла, на чем работать? Короче, все, рука кончена. Хорошо сейчас по это самому. Какие кусочки там получились? Дома поработать. Да, вот это вот прям продуктивно. Ну там есть что выкопать, накопать. Особенно, когда я туда в трубу ушла. Очень хороший сейчас звук. Нет вот этого такого вывороченного. Явно он аккуратный стал, он стал трахейным, он стал джазовый этот звук внизу. Вот так и понял. Так и понял. Все хорошо, так и понял. Все, давай, Юлия. А поможет телефон заряд?